I hate school. Ту-ру-ру-ру-ру-ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. I hate school. Кто написал Агату Кристи? Пушкин. Не читал, не знаю, реально. Агату Кристи, Омг. Ну это надо подумать. Агату Кристи? Написал очень известный поэт, писатель. Какой? Очень известный. Кто написал Агату Кристи? Я не помню. Ну, наши или... Нет, зарубежная. Агата Кристи? Из иностранных? Нет, не знаю, не читал. Не читали? Не читал, к сожалению. Агата Кристи — это же писатель. Нет. Да. Агата Кристи — это... Агата Кристи — она сама писательница английская. Это вообще-то как бы писательница. Да. Что такое пипитер? Пипитер? Ну это когда ты пипитер. Это в школе именно когда ты пипитер, это я пипитер. Пипитер? Не подскажу. Бумага. Як-як? Я не знаю, бумага. Ага. Пипитер. Не знаю. А чули таке слово? Ні. Пипітер схоже на планету Юпітер, але трошки змінене. Це, мабуть, з анатомії щось? Для скульптур. Неправильно. Прошу. Пипітер. Пипітер. Піпетка какая-то. Без поняття. О-о-о. Чесно, без поняття. Я можу підказати, це з музики. З музики? Пипітер. Пробел, може, какой-то? Пипітер – это вещь, которая поддерживает ноты. Произнесите по буквам слово целлюлит. 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 Да. Що таке ластовиння? Это письмо, наверное. Ластовиння? Хороший вопрос. Не знаю. Ластовиння. Мабуть, це зв'язано якось з листям. Може, якісь пластинки, листя. Ластовиння. Можливо, якесь сіно там. Чи ще щось. Ластовиння. Ластовиння. Господи, а що? Що таке піпітер? Я не знаю. Точечки. Ластовиння – це ось такі цяточки на щоках. Від чого вони? Ну, від сонця, напевно. Що таке IP-адрес? Це хороший адрес тілки. Тобто, ну, якщо людина, то есть, где-то там, короче, петляється, то есть, ну как, например, почта, да? То есть он регистрируется, то есть и это его IP-адрес. То есть он пароль создает там туда-сюда. Это как, знаете, есть улица Ленина, дом такой-то. Да, да. Адрес компьютера. Это что-то на компьютере там. Честно, не знаю, я не увлекаюсь как бы компьютером и вообще такими делами. Персональный номер, по которому можно, ну, найти, где этот компьютер находится. Там место, в котором я нахожусь. Это адрес в интернете. Адрес компьютера по интернету. Для интернета. Что-то с интернетом связано. IP-адрес. Интернет. Протокол. Адрес. Интернет, протокол, адрес. Да. В якій битві загинув Наполеон? В русской, наверное. Это под Ватерлоу. Берестейський? З історії плохо. Серйозний. З Москвою, здається, так? Наполеон, то щоб Бонапарт, да?
Битва під Ватерлоу. Москва спалена пожаром. Первая в мировой, если не ошибаюсь. Что вы такие вопросы задаете? А я знаю только одну битву, в которой я участвовал. Это в 2018 году. Больше не знаю. Наполеон погиб не в битве, он погиб на острове, он умер своей смертью на острове Святой Елены. Чем заканчивается день и ночь? Сексом. День заканчивается, начинается ночь. Заходит месяц и восходит солнце. Сном. День дневным, ночь? Ночным. Солнцем. Я не хочу отвечать. Утром. 12 часами. 12 часами. 12 часами. Давайте я подскажу. Мягким. Местом. Нет, не местом. Мягким. Кроватью. Мягким. Сном? Мягким. Мягким. Вот правильный ответ. Мягким, а дальше уже очень легко догадаться. Знаю. Мягким знаком. Знаком. Расшифруйте НАТО. НАТО. Ну это когда, короче, сейчас, когда вот война, да, в Чечне, и мы идем в Чечню воевать за наших. Это НАТО называется, да? Да, НАТО. Идите все в НАТО. Национальная армия. Ну я знаю, останнє товариське об'єднання. А перше, може, національне акціонерне товариське об'єднання? Можливо. Національна торгівельна організація, АА. Чого, ну не знаю. Організація. Просто організація. Об'єднаних держав, чимось об'єднаних. Об'єднаний альянс. Національне щось там, я забула. Забувся. Не пам'ятаю. Це спілка, яка підтримує мир у всьому світі. Об'єднана організація тих, хто там стран. А чим вони займаються? Ну, вони створюють мир в мірі. НАТО – це, ну, це об'єднання держав, де є ООН, є НАТО – це… Ну, це альянс, який би об'єднує ці країни, щоб захищати разом себе від небезпеки, але точну назву – національний альянс. По буквам не скажу, так. Как вежливо познакомиться с девушкой на улице? Смотря какая ситуация, то есть может девушка упала, капец. То есть, ну поднять ее нам, ну. Ты падаешь. Девчонка, жми. Я не намал, да. То есть там все, туда-сюда. О, как тебя зовут сразу, да? Юра, да, Юра, а вас как там? Ну не подойдешь к нему, их, извините за задницу. Если девушка, можно с вами познакомиться? Вы такая красивая. Я вас сразу заприметил. Давайте. Здравствуйте, как вас зовут? Вы такой молодой, симпатичный, можно вам вот дать? Подойти, спросить у него какой-то вопрос. Который час? Извините, не подскажете, какое время? Нет. Ну, почему так? Молодой человек, можно с вами познакомиться? Вы знакомились так? Нет. Девушка, пошли в кино. Перепихнемся. Ну, или в принципе так. А второй вариант какой? Может, перепихнемся. А у вас? Потрахаемся. Это, мне кажется, три форевые лона просто. Не надо показывать по телевизору, потому что развалы такие. Ребят, у нас случилась неприятность, и у нас украли доску, с которой мы ходим. Знаете что, поигрались и хватит. Верните доску, потому что мы теперь ходим с листочком. Это уже давно-давно не смешно. Даша уже не смеется вообще. Покажи, как ты не смеешься. Вот, вот так. Верните доску. Будь ласка. Підпишись і дивись усі випуски «Дурнів плюс один» першим.